До інших тем спробував збігши от погони, знес огороджу и звалился у яр глибиней 15 метров. Супрацовники ДАИ сегодня в ночи проследовали нетверозого водителя, який не выканал потребования припынку. Автомобиль не подлягая обновлению, зато и на самим Шумахеры ни одной драпины. Все началось на пересечении в улице Косарова с Речевским проспектом. Инспекторы батальона дорожно-патрульной службы зауважили автомобиль, маневры якого не отповедали адекватной траектории руху. У вынику началась погоня, якая проходила праз улицу Лазурную, а скончилась на кольце, где пересекаются объездная дорога и улица Барыкина. На хуткасці прикладно у 120 км за годину водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с кіраванням, сутыкнулся с отбойником, цудом миновал освятляльную опору и звалился у яр. Автомобиль отримал пошкоджені, сбоку водителя спрацевала подушка безопасности. Водитель вылез из автомобиля и пытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции. В отношении его было составлено 11 протоколов за нарушение правил маневрирования, нарушение правил обгона, неоднократное требование об остановке, за управление автомобилем первое, что в нетрезвом состоянии и управление автомобилем не имея права управления, так как ранее, в 2014 году, этот водитель уже был лишен права управления за то, что управлял в нетрезвом виде. 36-годовый водитель жыхар областного центра, а догляду ён адмовился. Зараз утякач отсыпается дома. Ему поражая повеличение термину позбавления водительского посвечения и штрафу по меры от 1000 рублей. Дарэчы, за минулый год супрацовники ДАИ затрымали маль 3900 нецвярозых водителей. По их вине отбылося 52 ДТЗ, у яких 20 человек загинули, паўсотні атрымали травмы разной ступени тяжкости.